тоже начался в рамках этой многодневки. И с каждым этапом он чувствовал себя все увереннее и увереннее. И очень классный, послушайте, посмотрите, как он реагирует на крики анонсера. Как это его воодушевило. И вот после такого восхождения пойти свенсоновской припрыжкой. Мама мия, сколько он отыграл, почти целую минуту. Как радуется Сундбю тому, что у него был такой просвет в запасе. И Йоханнес Дёрр приносит Австрии третье место в постскандальную эпоху. Выдающийся результат спортсмена из Хохкара, известного крупного спортивного курорта. По меркам спортивных курортов, но не по меркам города.